Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В 3 раза за год выросла средняя взятка в Кировской области. По данным ОМВД, по итогам 2020 года цифра составила 893 тысячи рублей. В 2019 году взяточникам хватало 300 тысяч. Число задокументированных фактов получения взяток тоже увеличилось в 2,5 раза, 25 случаев за год. Общее число коррупционных преступлений в регионе выросло не так значительно, на 5%. Их зарегистрировано 137. В 1,5 раза стало больше преступлений против госвласти и интересов госслужбы 14. Программа «Экономика». Кировскую продукцию хотят поставлять в Эмираты и Вьетнам. Эти страны входят в число тех, где в 2021 году кировские власти хотят организовать бизнес-миссии. Также планируются поездки в Турцию, Италию и Казахстан. Кроме того, ожидается участие кировского малого и среднего бизнеса в 20 международных выставках и планируется заключение 40 экспортных контрактов. Кроме того, в планах на этот год направление 15 представителей среднего и малого бизнеса на обучение в бизнес-школу в Сколково. В прошлом году внешнеторговый товарооборот Кировской области превысил $1 миллиард США, экспорт 825 миллионов, импорт 350. Поставляется кировская продукция в Бразилию, Финляндию, Бельгию, Германию, США, Швецию, Китай, Перу, Азербайджан, Украину, в Корею, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Тайвань и Узбекистан. На экспорт идет продукция химической промышленности, древесина, изделия из нее, машиностроительная продукция и металлы. Экономика на 101 FM. Ущерб от дистанционных преступлений в прошлом году 315 миллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Вернуть пострадавшим удалось менее 10 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете начальника УМВД, который будет представлен Заксобранию на мартовском пленарном заседании. Самые частые виды мошенничеств – это покупка товаров и услуг на фейковых сайтах, взлом аккаунтов и ложные сообщения о блокировании банковских карт. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74,14, курс евро 88 рублей 43 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.